Микс мужской и женской одежды, в основном женская одежда. Так, бренд Next, размер указан 14. Это у нас, кстати, Шотландия. Так, вот новая футболка размер M с этикеткой. Так, Джордж, размер примерно средний, в хорошем состоянии. Категория крем, вещи тут идут без износа, с этикетками. Adidas. Так, размер, бирку срезали. К сожалению, размеры вам не скажу, но примерно M-ка. Так, здесь River Island, размер 10, тоже примерно средний размер получается. И 16, это уже чуть больше среднего, состояние хорошее. А Шотландия, премиум, осень. Так, 40 размер указан, это соответствует 46 российскому размеру. Далее блузка большого размера марки George. Здесь 36 указан европейский, получается 42, наверное, российский размер. 12 здесь указан, тоже примерно M-ка. XL. Шотландия, премиум, осенний микс, категория крем. В основном женская одежда, мужские вещи тут тоже встречаются. Так, курточка. Найдем бирочку. New Look, 36 размер указан, европейский. Получается 42 российский размер. Нижнее белье, новый бюстгальтер, 34B. Это как? Не знаю. Так, новые лосины с этикеткой. New Look, 12 размер указан. Тоже средний размер. И здесь 34-36. То есть получается 40-42 по-русски. 18 размера джинсы в хорошем состоянии. Так, бренд New Look. Размер указан 10. Палантин. Так, майка большого размера новая с этикеткой. Размер L. Next. 12 размера тоже с этикеткой. Так, куртка мужская, кожа здесь искусственная, состояние хорошее, резинки эластичные, не растянутые. Так, это Zara, размер M, среднего размера, капюшон есть, как видите, на месте. Так, футболка на 13 лет, детская, новая, с этикеткой. Так, тонкий джемпер, French Connection, размер M. Мужской пиджак маленького размера, скорее всего, даже детский, наверное. Да, Next, 13, на 13 лет. Так, это Вилла, размер M, то есть средний размер получается. Так, рубашка марки Next, мужская рубашка среднего опять-таки размера. На 12-13 лет новый джемпер, свитер новый с этикеткой. Так, New Look, размер указан 14, джинсы большого размера. Так, 36-й, по-моему, указан, ну, примерно 48-50, состояние хорошее. Так, платье, размер указан 20-й, то есть большой получается размер. 44-42, это 50-48 примерно российские размеры. 40-й указан европейский, соответствует 46-му российскому размеру. Так, это Next, размер 20, то есть большой получается размер, где-то XL примерно. Кардиган, новый тоже с этикеткой. Микс достаточно яркий, осенний. New Look, платье маленького размера, длинное платье. Восьмой там указан был размер, 5XL. Так, здесь футболка на 12-14 лет. А, нет, это размер 12-14. Иногда вот бывают такие оговорки. 42-й европейский указан. Получается 48-й российский размер примерно. Next. Тоже размер 16 указан. Большой. Джинсы на 5-6 лет. 116 сантиметров указан рост. В хорошем состоянии. M-ка. Next. Тоже без катышков. Не растянутая. То есть все нормально здесь. Бренд Next. Так, Элька с этикеткой. Далее Джордж. Года на 4, наверное, 4-5 лет. С этикеткой. Блузка женская большого размера. Так, 134-140. Вот такие джемпера, по-моему, они детские в каждом миксе есть. Попадаются, повторяются. H&M. На 7-8 лет куртка.
Вечернее платье. 40-й размер указан, европейский, соответствует 46-му российскому размеру. Новые женские трусы такие, кстати, были в предыдущем миксе тоже, который мы снимали. Так, здесь размер указан европейский 42-й, марка «Атмосфера». Получается 48-й российский размер. Штанишки детские новые на 9-12 месяцев. 16-го размера юбка. Достаточно большой размер. Лен и хлоп, по-моему, там еще и в составе. Так, 18-го размера блузка марки TU. Далее «Атмосфера». Здесь у нас размер европейский указан 36-34, то есть небольшие 40-42 по-русски. А далее River Islands 12 размера. Средний размер получается. И вот тут 8 указан размер. Так, вот тоже 8 размера платье новое с этикеткой. Это 8 размер, это 8 лет, блин, не пойму даже. Так, рубашка мужская элька, хлопок. Папайя 12 размер, средний размер. Размеры, если обратили внимание, в основном средние идут, то есть сильно больших очень мало, и маленьких тоже очень мало. 8 указан размер. Так, это Марк Спенсер. Размер указан 44 европейский, это соответствует 50 российскому размеру. River Island, размер 10. Tailey Whale, 42 указан размер. Тоже вот видите с этикеткой, то есть много здесь новых вещей с этикетками. Это 48 российского размера было. И здесь 44 указан европейский, то есть получается 50 российский размер. Так, блузка в хорошем состоянии, вещи в отличном состоянии, очень много новых. Все без износа, в основном женская одежда. Здесь 8 размер указан, небольшой получается. Еще одна блузка, примерно среднего тоже размера. Женские трусы большого размера. Так, джинсы, размер 8 указан, то есть небольшой, маленький, это TU, состояние отличное. Даже не джинсы, а джиггинсы. Рубашка новая, мужская, с длинными рукавами. Так, это вот так. Нижнее белье очень мало здесь. Размер 2XL, футболка мужская. XL 56-58 указаны размеры, в хорошем состоянии, без катышков, резинки, видите, да, не растянутые, ровные. ML указаны размеры. Так, Dorothy Perkins 40 размер, европейский, то есть 46 получается российский размер. 12 указан здесь, средний вновь, тоже примерно M-ка. Так, сейчас что-то зацепилось. Так, и вот видите, подряд новые вещи. Forever 21, размер M. Тоже с этикеткой. Так, атмосфера 36-38, получается примерно 44-42. Так, папайя 8 размер указан, небольшой. Мужская футболка из хлопка, размер S. А, с длинными рукавами, оказывается, не заметил. Так, 13 лет. Платье на 13 лет получается, и... Футболка женской марки Джордж. Хороший микс. Размер здесь 14 указан. New Look тоже вот 14 размера. Трусы семейки мужские большого размера. И толстовка женская, размер средний M. Это Шотландия премиум осенний микс. 35 килограмм. H&M 40 размер указан, европейский. Соответствует 46 российскому размеру. Adidas. Спортивные штаны тоже вот небольшого среднего размера. New Look 12 размер здесь указан. Состояние отличное. Так, платье марки Next. Размер 12. Тут, к сожалению, бирку срезали. По-моему, блузка. Размер указан 36. Это соответствует 42 российскому размеру. Чековая рубашка, но тут есть пятна. Раз, два маленьких. Желтые маленькие пятна. В хорошем состоянии джемпер, назовем это так. Папайя 16 размера юбка. New Look 14. Еще один новый бюстгальтер. Forever 21. Размер маленький. Эсочка.
Это у нас Марк Спенсер. Next 12 размера. Кстати, много вот платьев, туник. Даже в летних миксах, по-моему, было меньше. Так. Размер, к сожалению, не указан. Состояние хорошее. Штанишки. ХБшная примерно элька. Далее бренд Эсмара. Размер 46-48. То есть средний опять размер получается. А Forever 21 маленького размера платья. Так, это у нас блузка марки Tiu. Размер указан 14. Бренд Next. Шестерка. Так, мужская футболка большого размера. Новая. Размер L. Тоже вот L-ка. По-моему, джемпер. Женский джемпер. Так, юбка новая с этикеткой. Традиционная игрушка. Бренд Gina. Размер 36 указан. Европейский. Так, мужские трусы размера большого и XL. Боксерки. Далее, вот я не знаю, что это такое. И на этом все.